скинул, поднимите руку. Полетели, Колян, панков много тут собралось. Господи. У тебя сообщество панков. Оля! Оля! У тебя выпало! Выпало из кармана! И шоу лекции сегодня будет нюхать весь вечер ваши трусы, друзья! Будет великолепная ночь! Спасибо большое! Лечите! А вот и легче! И бабки! Вы что, ёбнутые? Я думал, тут одни трусы прилетят, а вы все сели! Колян! До копейки раздел бы. Мне еще скинули 100 рублей. Спасибо большое. Спасибо. Ой, еще. Вы думаете, что это стрим? Тройка. Деньги. Уже я заработал 200 рублей. Спасибо. Концерт вышел. Жесткий плюс получается. В натуре, в натуре. Так, друзья. И одеться есть во что. Теперь я все время возмущаюсь, почему не шоу лекция ходит без лифчика. И наконец-то, Леха, вот тебе, держи. О, как раз мой размер. 300 рублей! Пацаны. Женя, у тебя сегодня секс будет. Сейчас будет лютая песня, это же... Что за песня, я сейчас пою на пункт. Егоры! Егоры летят на небе! А это сейчас будет самая любимая песня всех дотеров. Она называется 0.15. Кто знает, тот поймет то, о чем речь идет. А те, кто не знает эту песню, поверьте, вы ее сейчас услышите и потом найдете сегодня вечером ВКонтакте. Мужик, можно у тебя на гитаре сыграть? Можешь отправить ее? А можно, пожалуйста, сделать, чтобы все было слышно? Мужик, Коль, можно потом на твоей гитаре сыграть? Да, конечно, иди, забирай. Ты что, охуел? Коля, я дал тебе гитару. Ну, надо было хотя бы попытаться. Не трогайте только, не трогайте колки только, пожалуйста. Хорошо. Гитару расстраивать не надо, не надо. Гитару не трогай, блядь. Гитару не расстраиваем. Оху, это ж дотерская песня. Она дотерская, а не банковская. Это первый дотер-рэпер вообще, блядь, в Москве. Это дотер-рэп, а не банк-рэп. Кстати, вот этот сперматозоид правит. Я начал делать дотер-рэп раньше, чем Shadow Race. Коля! Который не пришел ко мне на концерт. Пидорас! Теперь он мой враг официально. Чисто него не бони. Блин, что я творю? Колян на слух настроит, он музыкант, ребята, не переживайте за него. Он сделает это быстро и без проблем, ему не нужны подсказки. А вы знаете таких артистов, которые прям на сцене сами гитары настраивают? Долбанёк какой-то, наверное. Потому что я для вас максимально честный, друзья. Я не выёбываюсь, я настраиваю гитару прямо на сцене, потому что мне похуй, и вы такие же, как я. Дайте шуму, Москва! А теперь дайте шуму все, кто хоть раз в жизни отсасывал хуй! У меня тюнер в гитаре, отъебись. Да, тюнер, поебал. Охуенно выступил. Это дотер-рок, а не панк-рок. Поехали. Что за хуйня?
И подняться не мог, потому что всегда была команда говно. Понимаю, но ты это рейтинг не мой. Надо будет сказать, и проблемы не мой. Что ты не ел, что ты там купил? Заказал себе пусто сеткай МП. Открывай аккаунт, я хочу поиграть. Твои видео там вам лучше не знать. На 15 баллов, на 15 баллов. А теперь, с этого момента официально, все, кто просили от меня спеть эту песню на концерте, вы довольны? А теперь отъебитесь от меня! Йоу! Лекс! Ты классный! О, наверное, стоит спеть то, что все знают, да?